Сегодня утро 7 февраля. Вчера прозанимались до часу ночи. Но все-таки я думаю, что не зря прошло это обучение. И бывает у людей что-то меняется, что кто-то не сразу же может уволиться с работы, с обычной, и сразу же зарабатывать с первых дней. И вот здесь получается, что мы нашли такой момент, что здесь можно и зарабатывать, потратив на подготовку всего лишь несколько часов. Сейчас найдем таргетолога и думаем, я думаю про себя, что можно будет дать возможность обычному человеку на уровне оператора социальных сетей или оператора персонального компьютера зарабатывать хотя бы там дополнительно 10, 20, 30, там 50 тысяч в месяц. И когда у людей уже будут доходы, то они уже могут общаться, контролировать большие финансовые потоки. Вот, но и больше вкладываться, приносить больше пользы человечеству. И в то же время сегодня, вот чему я учусь, я пришел в офис, и приходится, то есть у нас в чатах Skyway достаточно много участников, и с некоторыми у нас постоянные трения, в том числе там с некоторыми прямо вот с первых дней, как я уже после того, как разобрался, зарегистрировался, начал общаться в чатах, вот прям вот не перевариваем друг друга. И нужно помнить, что желательно помнить, если хочешь расти, что каждый человек дан не просто так, и прежде чем увидеть какие-то качества в другом человеке, потребовать от него целостности, взрослых поступках, попросить от него ответственности, да, чтобы он был всегда правдив и так далее, то нужно сначала воспитать эти качества в себе, и только тогда наши, как сказать, психические каналы, каналы связи с этим человеком начинают очищаться, и таким моментом можно и самому исцелиться, и исцелить человека. То есть это вот такой гармоничный способ общения, что через изменение себя можно влиять на другого человека, и причем это влияет сильнее, чем общение, чем какие-то действия. Вот чисто вот такими вот вещами духовными можно влиять на людей, не разговаривая с ними, не общаясь. Только меняя себя, мы можем поменять других. И самый сложный путь как-то влиять на других – это именно слова, действия и так далее. То есть, на самом деле я прихожу к тому, что через изменения в себе, через изменения в своем характере можно достаточно глубоко влиять на родственников, на тех, у кого у тебя трение. И все уроки, которые нам даются, они даются не просто так, как нам сказали на обучении, что обстоятельства и события не даются, потому что они даются для того, чтобы ты извлек из них максимальную выгоду, пользу и сдал экзамен. Потому что если ты не сдашь экзамен, то ты будешь пересдавать его снова, только в чуть более строгой форме уже. Строй Skyway, спасай планету!